Что означает вот этот великий подвиг людей, которые жизнь свою отдали за Родину, которые в большинстве ушли в безвестность? Их же имена только Ты, Господи, веси. Он что, не имеет сейчас никакого значения, кроме исторического? Совсем нет. Потому что примеры тех, кто был способен жизнь свою отдать за Отечество свое, являются сильнейшей иллюстрацией того, что означает подвиг. Потому что без вдохновения, без убеждения не могли люди с легкостью отдавать свою жизнь ради того, чтобы кто-то после них жил в мире и благополучии. То был действительно, в том числе и духовный подвиг.